Всем привет! На связи близняшки Оксана и Альбина Twins Art. Мы создаем 3D-картины самых красивых мест на нашей планете. Ох и шуму наделала наша первая работа с черепашками, которая сейчас благополучно живет в городе Сантьяго. Чего мы только не услышали в свой адрес по поводу этих милейших черепашек. Конечно, это было несколько сообщений, которые нас привели в шок. Мы одновременно смеялись и негодовали, что люди могут допускать в мыслях, что в картинах используются живые существа. А с другой стороны, это для нас высшая оценка нашего творчества, раз человек думает о таком. В этот раз мне захотелось показать черепашек не в открытом океане, а только что родившихся малышей, которые бегут навстречу к своему первому приключению. Они еще не знают, что ждет их на пути. Словно маленькие воины, они преодолевают преграды, стремятся к своему истинному дому, голубому простору океана. На песке показала свежие следы, которые вот-вот исчезнут от морской волны. На каждого малыша у меня ушло не меньше 2 часов. Это не так быстро, как кажется, потому что пока их слепишь, придашь им форму, с цветом придется тщательно поработать, уйдет уйма времени. На панно я решила нанести 3 слоя смолы. Хотелось показать бурлящую воду, глубину и морскую пучину. Такую картину я бы повесила в детскую комнату. Она так оживляет интерьер, мне кажется, ребятишек будет стимулировать и вдохновлять на изучение природы, новые приключения, которые ждут их в жизни. Картина нашла уже свой дом, она полетела во Францию. Напишите, пожалуйста, ваш комментарий, какие эмоции вызывают у вас эти черепашки. Нам будет очень приятно узнать.